Всем привет, ребята, играем в Bashir 2. Так, у нас новое событие, среда прошла, как бы началось новое событие. Я, соответственно, думал, блин, ну какая-то фигня, событие ни о чем. Зашел, посмотрел, в принципе, почему бы и нет. Потому что у нас легендарный сундучок с деталями на нашу новую тачку Raider. Поэтому, ребят, стоит поиграть, один билет потратил. И... Слушайте, ну прикольно, прикольное событие. Для новичков огромный плюс в том, что дают уже готовую тачку. Это очень огромный плюс. Так, соответственно, у нас будет конкуренция тоже опять-таки бешеная, бешеная конкуренция. Так, нам нужно брать 600 баллов. Текс, наверное, в принципе, на этом все. Пора начинать. Чихнуть только. Погнали. Три билета у нас осталось. Второй билетик. Ой, блин, второй заезд. И в чем тут прикол? В том, что, ребят, у нас в самом начале тачка разваливается на части. И мы буквально скребем жопкой скелета об землю. Такое необычное событие. Плюс дистанция у нас всегда 1000 метров получается. 1000 метров. По крайней мере. Один билетик потратил. У меня тоже было дистанция 1000 метров. И вот второй билетик запустил, и, соответственно, тоже у нас почему-то 1000 метров. То есть это может быть... То есть это нам говорит о том, что, в принципе, все заезды у нас будут связаны с 1000 метрами. О! Черт! Так. 1,5 минуты у нас есть. Давай, хотя бы разок нам надо доехать, чтобы более-менее баллов срубить. Плюс я играю сейчас через VPN. Запущу обязательно рекламный ролик, удвоить баллы. Это очень важно. Ё-моё, вот это здесь, конечно, совсем, ребятушки, не то. Ах ты! Застрял. Эх, сейчас бы, конечно, по-хорошему перезапустить, но хотя бы давайте все-таки один раз доедем. Потому что не факт, что если перезапущу, мы доедем вообще. 51, все. Так, 45 секунд на запасе есть. Попробуем доехать до финиша. Если нормально проехать, я думаю, что этого, в принципе, должно хватить. 45 секунд, да. По-хорошему. Если нормально ехать. А так. Сейчас посмотрим. Нет, так нет. Не посмотрел, не обратил внимания, сколько там конкурент у нас тратит времени. Блин, ребят, печалька. В тот раз немножко получше ехали здесь. Не, 400 метров за 10 секунд. Нереально. Ай, блин, 5 баллов сохранить бы. Так, ладно, запускаю рекламку пока. Вроде как. 5 баллов мы сохраняем. Да, ребят, сохраняем. Так, ладно. Еще один билетик. Погнали. Блин, хотя бы разочек на 9 баллов. Как-нибудь. Ух ты! Вот это да! Вот это! Вот наверх прям по любасу надо как-то залететь. Вот это да! Не, ну сверху да. Наверное, поинтереснее, наверное, будет. Давай, плиз. Нет, что-то коряво опять-таки. А давайте мы с вами. А чё ты назад не едешь? Ёлы-палы. Зашибись. Давай, давай, чувачок. Жопка сотрется, ничего страшного. Вот это взлетели. Пока что надежда у нас какая-то определенная есть. Надеюсь, что все будет дышать. Блин, а что так лагать-то? Да, немножко настроить надо.
поменять. А что это за локация? У меня это такое нету. Чего? Такая короткая. Офигеть. Я думал, всегда будет по 1000 метров. А, тут, смотрите-ка. Тут там 550 было, что ли? Не обратил внимания. Не обратил внимания, дамы и господа. А надо было бы. Ах! Печалька. Нет! Ой-ой-ой-ой-ой, давай, блинский, наверное, сейчас удачно было. Надеюсь, доедем до конца. Так, неплохо. 22. Блин, но все равно паршиво, смотрите-ка. То как так-то? Я же говорил, конкуренция будет бешеная. Просто бешеная конкуренция. Кому, короче, как повезет. Ух ты! Чего? Там третий этаж был. Третий этаж. Это ёлы-пала. Финт ушами даже здесь можно делать. Ё-моё. Не, ну все. Конечно, шансы есть, если мы с вами проедем за 16 секунд на выезду. То все нормально. Так, конечно, сомнительно. Давай. Немножко притормозим. Ого! Такс, давай. Чёрт! О, доехал! Не доехал, блин, ребят, не финишировал. Ё-моё. А ведь был бы лучший результат. Примерно 17 секунд было бы. Блин, 9 баллов бы забрали. Там какие-то доли секунды не хватило. Блин. Ай-яй-яй-яй. Так, ладно, не буду запускать рекламу. Все-таки видосик снимаем. Какой смысл? Так, поехали. Последний билетик. Напишите в комментариях, кто давно играет, в принципе, кто не пропускает всякие эти события. Было уже такое событие или нет? Но выглядит все это, конечно, со стороны забавно, ребят. Реально жопкой трем мы тут что-то летим. Блин, вот это место надо было, конечно, пролететь. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Может, получится где-то улучшить. Поехали, чувак, давай. Ай, а чё так плохо? Блин, а чё, у нас старт не удался, что ли? Может, всё-таки получше проедем на этот раз? Хоть и снизу, но может, всё-таки получше. Ну-ка, давай. Блин, 300 метров ещё, ё-моё. Чувак, гони, давай. Ну чё, у тебя лошадки какие-то слабенькие. Не хочет. Ребят, вот. Чего там 30 секунд уже? Какой, ёлы-пала. У нас там 27. Давай, поехали. Вот тя. Давай, чувак. Отлично, слушайте, сейчас, по-моему... Эх, вот здесь вот пальнан тормознул у нас этот притягатель. А может и не зря, кстати. Не, наверное, все-таки зря. Потеряли скорость. 29 было, ё-моё-то, а. Не, хуже. Но еще целая минута впереди. Поэтому шансы есть. Шансы огромные у нас. Нет, без шансов. Погнали. Давай, ну, блин, а чё ты здесь не прыгаешь-то, ё-моё. Слушай, я не понимаю. То нормально, то ненормально. Ага. Опа! Давай. Скачи, дружище. А там чувак вообще полетел. Без тормозов. Ах ты. Капец. Капец. Не, ребят. Эх. Да. Не прет. Ну ладно.
Рекламу смотреть не будем. Че в итоге-то у нас? Блин, ну, 4 балла, наверное. Нет, 5 сходу. Нет? Подожди, стой. Блин, одно место, ёлы-палы, 5 бы сохранили. Эх, 4 балла всего лишь. Ё-моё. Так, 600 баллов нам по-любому надо набрать. Ну, по мере прохождения, в принципе, у нас будет какой-то опыт. Поэтому я думаю, что на девятку я все равно буду вылазить периодически. Так что, ребят, пока что все. Вот такое событие. Казалось бы, не очень, но новичкам, кто новичок, и у кого мало всяких тачек, обязательно играйте в это событие. Потому что здесь уже готовую тачку дают. Короче, все от вас зависит. Ладно, на этом все. Ссылочку на тележку в описании. Подписку, соответственно, канал тоже не забываем. Пишем коммент, лайком. Все, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.